ужас, ребята! Нам нужно срочно найти дедушку! Вы со мной? Современные технологии проникли и в сказочный мир, и поэтому Дед Мороз забыл о своем предназначении. Таков сюжет интерактивного представления в Самарском театре кукол для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вместе со Снегурочкой ребята, выполняя разные задания, помогли главному волшебнику вновь стать частью праздника. Отлично, вообще супер. Что-то новенькое, такого еще не было нигде, мы уже на 3 елки сходили. Вот, очень здорово. За это Дед Мороз подарил детям и их родителям спектакль «Кошкин дом». И гости увидели историю о том, как важно в это волшебное время быть частью семьи и иметь свой уютный уголок. Вы знаете, все сказки, которые написаны нашими классиками, они учат очень хорошим и нужным вещам. Доброте, взаимопониманию – это очень актуально. Все это традиционный новогодний праздник, который для детей с ограниченными возможностями здоровья организовало городское общество инвалидов. Про тех ребят, которые не могут прийти на праздник лично, тоже не забывают. К ним в гости приходят аниматоры, чтобы каждый смог получить часть новогодних чудес. И волшебство, и доброта, и любовь, и самое главное, понимаете, все делается для людей. У нас здесь весело, интересно не только детям, но и взрослым. И когда мы приглашаем в театр кукол, мы говорим, что представление, детские представления – это для всех. Всего на праздник пригласили 250 человек. Все дети после спектакля получили сладкий подарок от самарских кондитеров. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.